Всем здравствуйте, кто смотрит это видео. В этом видео я покажу, как отличить павлинчика, самочку от самца в возрасте 3 месяца. Мы купили мальчика павлина для нашей девочки. Вот она на первом плане. В общем, павлины гуляют по отдельности. Слышь, Молли, моль серая, коричневая. Греешься на солнце, а он парень гуляет один. Долгое время наш павлинчик жил с людьми, а потом с утками. Он считал себя уткой, в принципе. Он гулял с ними. Самое неприятное мероприятие, но придется павлину крылья проредить, а то он полетел уже там дальше гусей. Да? Новенький. Он, видите, у него немножко синее, как бы крылышки, эти перышки. Это мальчик. И спинка у него вся пестрая, такая рябая. И крылья вот такие. Это вот значит мальчик. Ему 3 месяца. Сейчас мы с тобой это крыло, товарищ, тихо, проредим. Где-то вот там наша бегает. Ага, тихо, не бойся. А это павлин девочка. Вот такие у нее крылья. Такая спинка более коричневая. Тихо. Ей тоже почти 3 месяца. Тихо, девочка моя. Ну что же ты? И вот такие зеленые перышки. Без синевы. Вот такая коричневая спина. И хвост, видите, коротенький. Он есть, но коротенький. Это самочка. Невеста. Невеста не хочет с женихом знакомиться. Вот этот жених какой. Привет, привет. В общем, она от него бегает. Дружить не желает. Но я не говорю, что они прям должны прям сразу спариваться. Но я ожидала, что они будут более дружны. Да? Павлишка. Вот он какой.